почему Михалков, актер, никогда не играл роли таких ничтожных людей, как Карандышев? Ну, то есть ваши роли — это всегда какие-то роковой Паратов, даже там проходимец, проводник из «Вокзала для двоих», но это всегда такие яркие, брутальные, харизматичные роли. Маленького человека никогда вы не играли. Неинтересно вам? Ну, это тоже мое ограничение определенное. Вы же не можете представить себе Боярского, играющего вафлю в «Дяде Ване». Актеры некоторые просто приговорены к определенным, так сказать, образом. Это не хорошо, не плохо, но это определенные ограничения. Я тоже ограничен.